Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды забираем за Лигу Сёгунов 2 звезды. И я так понимаю, что меня сбросили, поэтому также еще и за 1 звезду. Хорошо, давайте глянем, наверное, в магазин для начала, да? Что нам здесь выпадет? Ага, Бахстер Стокман. Так, точно. Заберу по-быстренькому здесь реварды. Так, поднять уровень персонажа, пойдемте до... Попробуем донайти нашего крипа. Может быть, все-таки получится на этот раз. Хотя там, по-моему... Слушай, 5 ДНК всего лишь осталось. Есть вероятность того, что мы можем его найти. Но для начала давайте, наверное, обменяем здесь ДНК от Донателло. Ну что же, была не была. Попыточка есть. Так, одно. Одно ДНК уже найдено. Второе. Слушай, прикольно. Скорее всего, не получится, ребята. Если мы даже сейчас с вами две попытки... попадем, да? То у нас все. Уже фейл. Уже фейл. Потому что, ребята, ну, сами понимаете, всего 4. А нам не хватает последнего. Мы можем, знаете, что с вами сделать? Сделать откат. Да, вот здесь, за 50 долларов. Но я не хочу этого делать. Ну, подумаешь, ну не сегодня. В следующей серии тогда мы точно уже на него накопим. Так, давайте-ка заберем здесь ревард. Так, и нам нужно еще сразиться в 4 боях. Мы с вами сейчас будем что-нибудь искать на кого-нибудь. Так, у нас здесь уже 6-я ступень. Можно, в принципе, вот здесь поискать, да? Нам нужно 12 знаков автомобильных. Ну что ж, давайте поищем. 12 это, конечно, очень много. Так, но 2 уже нашли, остается еще 10. Остается 10, и, по-моему, мы сейчас тут встрянем. Так, 3 знака уже есть у нас в копилочке. Так, 4. Ну, опять же, не хватит пиццы. Элементарно, просто из-за нее мы с вами и встрянем. Ну, по крайней мере, знаки идут довольно неплохо, между прочим, да? Смотрите, тут еще и откатики нам, телепортики выпадают. Замечательно. Так, автомобильный номер. Сколько у нас там пиццы, я, ребята, не вижу. Ага, все. Больше мы ничего не сможем искать. Ну и ладушки. Так, надо единственное посмотреть, сколько нам не хватает. О, всего лишь 3 знака. Если знака 3 найдем, то, ребят, сможем ему поднять до 3-й ступени поджог. Так, но зато мы здесь с вами выполнили задание и накопили немножечко мутагена для того, чтобы поднять уровень персонажа. Так, 3309. Кстати, вот это ДНК мы тоже с вами разберем на сюрикены. Замечательно. Ну и давайте смотреть, кого мы можем с вами повысить по рангу. Наверное, Макмана. Должно хватить? Да, ребята, вполне. Давайте тогда до 39-го. Отлично. То, что нужно. Ну что же, забираем остатки роскоши и посмотрим, ребята, что у нас происходит на турнирной арене. Так, меня сбросили до 39 ранга. В Лиге Сёгунов 1 звезда, ребята. Поэтому давайте навострим наши когти и попробуем опять подняться как можно выше. Так, выбираем мы с вами, наверное, Максимку. Ну что же, была не была. 54-й. Я смотрю, у него здесь максимальный уровень. Поэтому будем с вами поступать вот таким вот образом. Леонардо, иди ко мне сюда. И, наверное, возьмем сюда 49-го пульверизатора. Да, ребят, я думаю, что сейчас, смотрите, делаем как. Вертушка от Леонардо. Потом я надеюсь, что у нас будет ходить тигриный коготь, хотя это не факт. Пробить, кого нам нужно пробить? У них всех практически одинаково, ребята, будет, да, ход. Поэтому давай так сделаем. Минус. Так, у Саги, давай-ка мы, наверное, все-таки сделаем дополнительную защиту на нашу команду, чтобы никто не упал. Замечательно. Так, теперь бомбим тигриным когтем. И остается лишь добить. А он делает что, отхил или иммунитет? Иммунитет. Ну что же, это здорово, ребята, потому что мы его добиваем с вами. Бум. Круто. Ну что же, бойцы мы и отыграли, да? И мы с вами продвигаемся дальше. И я думаю, что в Лигу Сёгунов 2 звезды мы обязательно с вами вернемся. Но хотелось бы до 3-х. До 3-звездочного Сёгуна добраться. Ну, очень мало персонажей у нас. Вот в чем загвоздка.
Так, я думаю, что возьмем, наверное, Серегу здесь. Да, 51-54 уровень. Да, я думаю, именно с Сереги начнем. Возьмем опять с вами Леонардо. И я думаю, что здесь можно даже вот так немножко сделать. Иду на такой осознанный риск. И надеюсь на удачу. Возьмем Бакстера Стокмана. Короче, смотрите. Если у нас сейчас инициатива будет преобладать, то, конечно же, мы здесь всех забомбим. Если мы... Сейчас все зависит от Леонардо. Я на это не рассчитывал, я вам серьезно говорю. Ё-моё, ну ладно, давай попробуем, наверное, этого бомбануть для начала, да? Так, ага, все, нам повезло. Нам, ребята, крупно повезло, что Бакстер Стокман накопил все-таки себе на ход и сделали волну. А так бы они сейчас сконцентрировались бы, например, на каком-нибудь слабеньком, да? Например, на той же самой Эйприл или на Крысином Короле. И они бы просто его разобрали. Ёлки-палки, я все не могу перейти в Сёгун 2 звезды. Что за ересь? Почему так долго? Ладно, ребят, давайте тогда на этот раз мы возьмем с вами Мухаммеда Амр. Мухаммед Амр, ладно. Берем с вами здесь Зека. Беру... Так, секунду. Да ладно, пускай будет так. Возьмем еще обычную карайку с вами. Кирби и... И возьмем Муху. Бакстера Муху. Да, риск есть. Но благодаря тому, что у нас есть Зек, я думаю, что за счет него мы пройдем. Ой-ой-ой. Так, ну-ка, бросаем. Отлично, Донателло минус... Ой, Майки же у нас тут хиллер. Ай-яй-яй, а если крик сделаем? Крикнули, но слабенько, согласитесь. У нас повышенная атака по кому? По Микеланджело, поэтому давайте попробуем бомбануть его. Так, слабовато, если честно, мы ударили. Ой, как все плохо, а. Так, вешает иммунитет. Дальше, кого бы нам бомбануть? Я думаю, что, наверное, надо Бакстера Стокмана попробовать, ребят, пробить. Да, попробуем сделать так. Минус. Так, ну, Зек тут выживает, это однозначно. Теперь смертельный поцелуйчик отправляем на Микеланджело. Дальше, надеюсь... Нет, ребята, не двойная атака. И давайте, наверное, минусанем. Шикарно. Ну что, попробуем. Пеню. Не срабатывает, ребят, заморозка почему-то. Вот я не знаю, видимо, потому что первого уровня этот скилл всего лишь. Если бы был бы, например, пятой ступенью, мне кажется, у него бы было бы больше шансов, да, врага заморозить. Ну и наконец мы переходим с вами в Сёгун 2 звезды, 95-я позиция. То есть вряд ли мы дойдем до 3 звезд, судя по тому, какими шажочками мы с вами продвигаемся. Ну что, у нас здесь Амал. Да, я начну именно с него. Потому что здесь 53-й. Ну, 55-й это у Эйприл. В принципе, ребята, у нас такие же бойцы есть. И я думаю, что справимся. Возьмем еще сюда Змейка Вьюна. Получается у нас 1, 2, 3, 4, 5. Еще один бой впереди. Ну, это знаете, почему меня, ребята, сбросили? Я работал 2 дня в ночную смену. Я не мог играть в эту игру, потому что я приходил домой, ложился спать. Плюс еще у нас были проблемы с интернетом. Почему-то отключался интернет. Не знаю, по какой причине. Звонили, никаких разъяснений вразумительных не получили. В общем, поэтому, ребята, видосиков было мало на этой неделе. Очень мало. Наверстывать мне приходится, но опять же, и отдыхать нужно. Так, да что ж ты будешь делать-то? Давай, наверное, вот так бомбанем, они должны оба упасть. Шикарно. Так, и сегодня у нас, по идее, должно быть еще одно испытание на Армагона. Я надеюсь, оно уже началось. И мы, конечно же, попробуем, ребята, его пофармить сегодня. Нам нужно сколько там? 40 с лишним ДНК. Да, много, ребят, но это единственная возможность пофармить. Так, у нас есть Амар, у нас есть Паул и есть Чип. Я буду, наверное... хотя здесь даже уже не важно, ребята. У меня имба. Одна имба осталась. Я думаю, что любого дай противника. Хоть Паула, хоть кого-нибудь. Мы любого разберем здесь. Так, ну что же, понеслась, да? Сделаем вначале уклонение. Хотя можно было бы и не делать. Мы и так бы здесь справились. Теперь давай бросим когти. Тыдыч. Опа, спринтер выжил. А если вот так вот сделаем? Бум, проникающий, отлично. Теперь я беру провокацию.
Почему я беру провокацию, ребят? Ну, потому что сейчас они будут бомбить Рафаэля, да? А Рафаэль будет в ответку им контрить, контратаку производить. Так, ну что? Ой-ой-ой, какой ты молодец, а? Пиццу он решил перекусить. Еще и глазки закатил. Ваня первый рискнул, да? Ай, зря. Зря, Ванюша. Валяйся. Так, и давай, наверное, суперударом нахлобучим. Нет, не добила. Если вот так вот сделаем. Все, Крис Брэдфорд молодец. Ну и давай, наверное, суператакой. Постепенно урон повесим, надеюсь. Нет, не повесили, но тогда просто поджогом. Минус. Ну и все, ребята, можно сказать, на сегодня мы с ареной заканчиваем. Потому что откаты есть, но неохота мне, ребята, их тратить. И получаем мы с вами 68-ю позицию. Да, не очень далеко ушли, но да ладно. Ничего страшного, переживать пока не будем. Так, давайте-ка вот здесь вот обменяем. Заодно, кстати, можно посмотреть, что у нас в магазине. Что можно приобрести. Кирби и Рокзар. Как видите, они у нас полностью собраты. Так что нет смысла. Тут у нас 71 монетка. Так, а что мы с вами хотели? А тут даже ничего не приобрести, ребят. Если только по космосу пробежаться, ну, я думаю, что не стоит. Лучше мы с вами накопим. Вдруг нам не будет хватать 3 ДНК, и мы с вами приобретем Армагошу. Короче, 46 ДНК нужно на него еще найти. Так, ну что, посмотрим, да, ребята, испытание у нас открыто. И мы приступаем. Так, ух ты, командочку мне дали смачную. Ну, по крайней мере, ребята, вот этих вот трех игроков дали мне хороших. Ну, и возьмем Армагона. Так, я думаю, где-нибудь до 4-го эпизода мы сегодня с вами дойдем. Может быть, Армагона придется, конечно, убрать с команды, чтобы не фейлиться. Но должны пройти. Так. Давай вертушку сделаем, сразу, наверное, все и упадут. Да. Ну что же, первая, как говорится, бойня у нас хорошо пошла. Нам, по-моему, будет давать сейчас одно ДНК. А уже на втором, на третьем, по-моему, по две. Ну-ка. Да нет, ребята, даже здесь дают 2 ДНК, отлично. Здесь должны, по идее, тогда тоже дать 2 ДНК. Так, 50 уровень, я думаю, что пока нашего Армагона убирать отсюда не стоит. Мы, наверное, так справимся, да? Ну что ж, давайте делать, как обычно, на уклонение. Уклонение здесь очень много что для нас значит. Так, теперь вертушка от Леонардо. Ох ты, солидно. То есть на халяву, ребята, быстренько проходим с вами второй эпизод. И получаем еще в копилочку 2 ДНК на Армагона. То есть уже 4 в общей сложности. Это мне нравится. Так, а здесь уже, ребята, дают 3 ДНК, так что и 60-е уровни. Давай, наверное, мы отсюда уберем Армагона и оставим вот эту вот тройку игроков. Я думаю, это будет оптимальненько. Так, ну что? Угу. Кого кусанет? Ох ты, ты смотри-ка, неплохо бомбанул, ребят. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами поставим на уклонение. Потому что мало ли чего здесь. Так, белки, я надеюсь, они будут промахиваться. Сейчас нам дожить до вертушки, сделаем с вами вертушечку. Потом, наверное, Рафаэля все-таки добьем. Так, отлично, уклонение срабатывает как нужно. Давайте делаем вертушку. Так, и... Ну, я рискну вот так сделать. Мне главное сейчас, чтобы никого не потерять. Чтобы этот уровень можно было бы пофармить. Промахнулся, да? И добил его Рафаэль, отлично. И, короче, еще, ребята, 3 ДНК отправляется к нам в копилочку. А вот следующий уровень будет немножко напряженный. Потому что, во-первых, тут будет 70-й уровень, да? Насколько я могу понимать. 70-й уровень, Микел... Ладно, я попробую. Мы должны здесь тоже справиться. Но инициатива будет у Армагоши здесь зверская. Он будет сейчас лютовать. Угу. Так, дожить бы нам до вертушки от Леонардо, да? Так, делаем с вами уклонение, естественно. Без нее никуда. Так, теперь вертушку ждем. Надо в ожидании ее быть. Так, нет, минусанул. Слушай, может быть взять нам, ребят, провокацию. Давай я возьму провокацию на всякий случай. Ага, вот так вот. И теперь будем делать вертушку. Так, суперудар от Армагона. Оу, майки. Это плохо. Это, ребята, плохо, что у него столько здоровья осталось.
Да когда я буду вернуться? Вот смотрите, какая у них инициатива, ребят. Просто бешеная, они мне ничего не дают. Так, давай мы с вами похилимся маленечко. Угу. Так, ну и теперь, когда Лео-то будет ходить у меня, а? До него не дойдет очередь все никак. Во, дошла наконец-то. Все, делаем, ребят, вертушку. На-ка. Так, Армагон на себя повесил опять броню. Сейчас будет кусаться, причем очень сильно. Ох, ничего себе он кусанул. Серьезно, что ли? По-моему, ребята, он мне Рафаэля ушатает. Потому что инициатива у него опять накопилась. Господи. Я даже не знаю. Если сейчас Леонардо своим ударом не накажет его, то фейл будет. Воу, постепенный урон его убил. Господи, вот это круто, ребята. Это круто, потому что на 3 звезды проходим. Плюс еще 3 ДНК. Слушай, мы уже 10 ДНК набрали. 3, 3, 3, 6. Еще по 2, да? Ну да, здесь 3, здесь 3. И тут у нас получилось по 2. 4, да? Неплохо. Эпизод 6 и эпизод 5. Ну, на 5 эпизоде меня, ребят, ну, раздеребанят. Я вам серьезно говорю, 80 уровень. Я даже не буду тратить здесь сыр. Давайте посмотрим, что у нас тут вот. Негодники. Кого нам здесь дадут? Ох, ёлки-палки, 90 уровни. Да вы что, серьезно что ли? 90 уровня. Нейтрализатор и змей-ковьюн. А у меня тут один только 76. В общем, ребята, вы понимаете, да? Я сюда не пойду. Ну, нет смысла. Давайте, наверное, мы все-таки вот здесь с вами покрутим. Маленечко, вдруг нам выпадут... Армагошки, а? Вдруг. Угу. Кто угодно, только не армагошки. Так, Леонардо Космос. Давай, давай, давай. Так, 2 доллара. Так, кукла Дарума. Дать. Все, ребята. Все. Сыр закончился. Но в любом случае мы будем знать, что у нас есть вот эти вот уровни, и мы можем, ребята, пофармить. Представляешь, если мы здесь с вами получим, например, 4 ДНК сможем вытянуть. И вот здесь 3, это еще 7. Да, это дело стоящее, поверьте мне. Даже не жалко никаких телепортов на самом деле. И заодно давайте глянем, сколько нам там еще осталось. Вроде бы там 46 нам нужно было, да, найти на него. Сейчас мы посмотрим. Армагон, ты где? Подожди, я что-то, ребята, не туда полез уже. Он же где-то у нас здесь должен быть, да? Вот он. 64. Ну, предположим, 4 еще найдем, да, и 2. Это будет 70. Слушай, ну неплохо. Армагон вот-вот, ребята, и прапается у нас до 5 звезд, да, золотых. Ну, а там его только перевести в платиновый ранг, и все будет в ажуре. Ну что, ребята, по-моему, на сегодня и все. Делать нам больше здесь нечего. Испытания, все, что мы могли, прошли. На турнире мы с вами побывали. Пиццы у нас с вами нет. Соответственно, мы ничего крутануть не можем. Да, будем закругляться. Ну что же, друзья мои, увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Ну а вам всем пока и удачи.